парень, я у себя в ванной вызывал. Сначала шаги услышал. Потом скрип ножниц. А потом, он когда в зеркало смотрел, женщина в черном появилась прямо в зеркале. Детей в начале 20 века убило. К детям приходил призрак из зеркала. В народе ее прозвали пиковая дама. Пиковая дама, приди. Громче. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Я не вижу. Есть слова, которые нельзя произносить перед зеркалом. Она меня стрижет. Папа, не ходи туда. Это не я.